UFC проверила силу удара Хамзата Чимаева, и оказалось, что его удар сильнее, чем у Фрэнсиса Нганну, чемпиона UFC в тяжелом весе. Нганну, узнав об этом, расплакался. Дана Уайт прокомментировал это так: «Хамзат – это терминатор, киборг из будущего. Я отказываюсь верить, что он человек. Скоро он станет чемпионом во всех весовых. Все больше думаю о том, чтобы принять ислам, пока не поздно. Ведь с такими бойцами мусульмане захватят весь мир», – закончил Уайт.